Врач высшей категории с 15-летним стажем, но еще и крутой менеджер по продажам. Встречайте, это старший менеджер по продажам филиала Казани Екатерина Щедова. Встречайте, Катя. Наш организм – это уникальное творение природы. Это самовосстанавливающая, саморегулирующая система, рассчитанная на продолжительность жизни. Сколько бы вы думали? 120-130 лет. Представьте себе. Конечно же, нам всем хочется быть красивыми снаружи и прожить эти 120-130 лет красивыми молодыми. Но гораздо более значимо, что у нас творится внутри. О том, как сохранить молодость, здоровье и красоту, сейчас мы с вами продолжим разговор. Вам нравится? Это то, что творится у вас внутри. В данном случае это трахея. Попадает воздух, идет дальше, проникает в бронхиолы. Вот так это происходит. И так идет питание. Ну что ж, старение. Вообще, старение – это самая большая загадка жизни. Причем, чем больше ученые познают процесс старения, тем больше вопросов у них появляется. И это, по идее, неудивительно. Вообще, для индивидуума старость – это катастрофа. Для человечества в целом это благо, потому что иначе было бы перенаселение. Большинство считает, что старость – это что? Дряблые мышцы, седые волосы, морщинистая кожа. Но, однако, старость приходит к нам, к сожалению, намного раньше, чем все эти внешние, клинические, я бы сказала, как врач высшей категории проявления. Вообще, по-настоящему молодым себя может считать только подросток. Потому что уже в 15 лет начинается первая инволюция желез. Сначала идет деградация вилочковой железы, снижается иммунитет. В 30 лет старость, процессы все эти увеличиваются. Ну а уже в 40 лет, друзья, эти процессы идут уже абсолютно в припрыжку. Теорий старости много. Для этого надо знать теорию старения. Если будем знать теорию старения, мы будем знать, как заняться профилактикой. И вот есть несколько их. Остановимся на самых-самых популярных, самых известных. И первая теория, я бы сказала, каноническая, общепризнанная, это накопление ошибок. Организм живет, и постепенно клетки его копируются, копия, 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 и постепенно накапливаются ошибки. Каждая копия становится хуже предыдущей. Это очень похоже на ксерокс. Вот посмотрите. Если ксерокс, не вести его технический осмотр, если его не заправлять качественными материалами, то каждая копия ухудшается. То же самое в нашем организме. Каждая копия ухудшается. Но ведь и так же, как и ксерокс, значит, мы знаем, чем защититься. Что можно сделать? Во-первых, нужна ежегодная профилактика, профилактические осмотры. Ну и, конечно же, хорошие качественные материалы. Ксерокс, или в данном случае наш организм, нужно заправить самыми качественными материалами. И что будет этими качественными материалами? Это, конечно же, незаменимые жирные кислоты. Это незаменимые аминокислоты, витамины и минералы. И где это все есть? Абсолютно верно, это все есть в коктейле Natural Balance, в супах Natural Balance и в Wellness Pack. Все, что нужно для того, чтобы наши клетки воспроизводили себя качественно и у нас не накапливалось ошибок в нашем организме. Хорошо, скажете вы, но ведь теорий-то много. Вторая теория, посмотрим. Эта теория называется гликирование белков. Доказано, что скорость нашего старения зависит именно от этого процесса гликирования белков, друзья. Дело в том, что мы с вами едим почти в 60 раз больше сахара и простых углеводов, чем наши предки 100 лет назад. Представьте себе, а двигаемся намного меньше. И это что дает? Это дает избыток сахара, постоянный избыток сахара в нашем организме. Причем наш организм не способен усвоить больше 80 грамм углеводов за один прием. И избытки ведут к тому, что начинается, как раз запускается процесс гликирования белков. Это как ржавчина в нашем организме. Запустишь процесс, заржавеешь, друзья. Избыток сахара, он связывает с белками во всех наших органах и тканях. Это приводит к тому, что теряется эластичность структур, эластичность в первую очередь тех жизненно важных тканей и органов, которые нам необходимы. Ведет к нарушению их структуры. Где у нас белок? Кожа. Поэтому появляются морщины. Где нужна эластичность? Это зрение. Ухудшается с возрастом зрение. Ну и, конечно же, сосуды. Очень важно, чтобы не было никаких сосудистых катастроф, чтобы у нас были защищены сосуды. Кстати, напоминаю, что у нас есть единственное в мире вещество, вообще единственное в мире вещество, которое восстанавливает эндотелий изнутри, эндотелий сосудов. И как оно называется?
проверку вы не проходите. Кто был на вебинаре? No Veggie Wellness. Омега-3, абсолютно верно, спасибо вам огромное. Омега-3, единственный элемент. Хотите защититься от сосудистых катастроф? Кто хочет? Все хотят. Тогда омега-3, ежедневный прием просто обязательно. Ну и не только омега-3, гликирование, избыток белка. Что нас защитит от гликирования, от инсулинорезистентности? Конечно же, у нас коктейль Natural Balance, как идеальный метаболический корректор. Потому что все нарушения метаболизма триггерным таким процессом является именно сначала избыток сахара в нашем организме, а потом уже подтягиваются все остальные заболевания. Поэтому обязательно коктейль Natural Balance и омега-3 тут просто необходимы. И эта теория... Это старение тоже, этот процесс мы уже предотвратили с вами. И есть еще теория старения, она называется липидная теория старения. И надо сказать, что она набирает все больше и больше последователей. Мы с вами боимся, конечно же, ожирения, знаем, что ожирение – это плохо. Но подкожно-жировая клетчатка, по идее, плохо ли? Это же наша защита, девочки, это наша красота. Грушевидная фигура гитары еще никому не помешала, собственно говоря. Самое главное, чтобы не было какого жира? Висцерального. И это тоже, кстати, не страшно, хоть это и страшно, потому что висцеральный жир сам становится эндокринным органом и вырабатывает те биологически активные вещества, которые губят нас, к сожалению, и помогают нам постареть как можно быстро. Но еще есть такой процесс, запомните, пожалуйста, как внутриклеточное ожирение. Жир накапливается в клетках у нас с вами с возрастом все больше и больше. Клетки жировые делятся. Вот, кстати, пока они делятся, это еще неплохо. Как заканчивается репродуктивный возраст у человека, они перестают делиться и начинают просто разбухать, гипертрофироваться по-научному. После этой гипертрофии появляется что? Появляется окисление, окислительный стресс. И процессы, получается, идут очень быстро сразу. Так что, друзья, нам надо защищаться и от этого, потому что мы с вами не хотим, чтобы наше сердце стало жиром, чтобы любая клетка, соединительная тканная клетка, клетка печени, клетка почек, клетка мышц превратилась в адипоцит, то есть в жировую клетку. Этого нельзя допустить. И поэтому, конечно же, опять в данном случае программа Life Plus снижение веса идеально здесь подходит. И она защищает и от этой теории старения для того, чтобы мы с вами были молодыми, здоровыми и красивыми. И еще очень важная теория старения, которая называется окислительным стрессом. Кстати, ее Дэнхан Харман, такой известный ученый, который наверняка вы о нем слышали, он еще о ней сказал 60 лет назад. И вот уже 60 лет все ученые, все медики ее придерживаются. 60 самых страшных заболеваний. Да и само старение и смерть связаны именно с окислительным стрессом, дорогие друзья. Почему? Окислительный стресс – это что такое? Это когда свободные радикалы воздействуют, опять же, на мембраны наших клеток, друзья, и разрушают наши клетки. И это разрушение ведет к тому, что сначала появляются заболевания, а потом и совсем нехорошие вещи, сами понимаете, какие. Хотя мы никто их не избежим окончательно. Поэтому очень важно защищаться. И самым лучшим антиоксидантом, который препятствует процессам окислительного стресса, как он называется? Астаксантин, абсолютно верно. Астаксантин – король среди антиоксидантов. Надежно нас защитит от окислительного стресса, а значит, от старения и от 60 основных заболеваний. И это очень здорово. И нам всем с вами повезло, потому что в наших с вами руках, в наших организмах самые последние новейшие технологии. Ну, вы скажете, хорошо, все это все правильно. Но ведь есть еще принципы wellness, есть философия wellness, которую тоже очень важно соблюдать. Потому что не только питание, не только тема, материалы, которые в данном случае незаменимые аминокислоты, жирные кислоты, витамины, минералы, которые попадают в нас, но и есть другие краеугольные камни здорового образа жизни. Их всего 4, как и полагается. И первый – это позитивный настрой. Доказано! Живет дольше тот, кто не парится по жизни, друзья. Я предлагаю вам вот эту индийскую блок-схему. Давайте посмотрим. Когда вдруг вы почувствуете, что вам плохо и у вас появились проблемы, пожалуйста, пообещайте мне, что вы ее вспомните. Итак, проблемы в жизни? Нет? Тогда зачем волноваться? Проблемы в жизни? Да? Вы можете что-то с этим сделать? Да? Тогда зачем волноваться? Проблемы в жизни? Да. Вы можете с этим что-то сделать? Нет? Тогда зачем волноваться? Кто не парится, тот долго живет, запомните, пожалуйста, об этом. Ну и физическая нагрузка тоже очень важна, друзья. Вы знаете, что есть такой закон
природы. Все, что не используется, отмирает, абсолютно верно. Не используются мышцы, отмирают. Не используются другие органы, отмирают тоже. Пользуйтесь все своими органами и тканями, и особенно мышцами, друзья. Вообще, малоподвижный образ жизни – это самое страшное. Потому что это первый сигнал к старению, друзья. Третье – правильное питание. Вот никто не хочет, наверное, иметь такую фигуру. Главные принципы антивозрастного питания, друзья – это низкокалорийное питание. Потому что если мы переедаем, очень много энергии тратится на вот переработку того, что мы переели. И энергия уходит, это значит, организм быстрее изнашивается. Ожирение. Вы уже слышали об этом ожирении и о том, что, собственно говоря, клетки перерождаются в жировые. Тоже сегодня мы уже об этом с вами говорили. Но обратите внимание, если мы говорим о, как раз о том, что нужно низкокалорийное питание, то встает вопрос о чем? Об использовании биологически активных добавок. Потому что чем меньше мы едим, тем меньше попадает к нам незаменимых жирных кислот, аминокислот, витаминов и минералов. Поэтому нам нужно их восполнять. А добавьте сюда еще то, что у нас индустриальное общество, и сейчас, к сожалению, плохая экология. Сейчас, к сожалению, земля тоже, собственно говоря, уже дала все, что может. И у нас вообще страна вечно зеленых помидор. Поэтому у нас не хватает и так минералов, а если еще и низкокалорийное питание, то тем более. Кстати, еще один факт низкокалорийного питания, почему оно нужно. Именно низкокалорийное питание запускает процесс аутофагии в вашем организме. Что это значит? Это значит, что клеточный мусор, который постоянно образуется в нашем организме, будет самопоедаться, самоуничтожаться. Угу. Классно же! Это значит профилактика онкологических заболеваний. Ну, вообще, скажете, БАДы – это хорошо, это четвертый краеугольный камень принципов wellness, философии wellness. Но БАДы БАДам рознь. В этом отношении нам с вами тоже очень повезло. БАДов много на рынке, но как в основном они производятся? Обычно появляется хозяин компании, он организовывает свою компанию и решает, для чего он ее организовывает? Для того, чтобы заработать деньги, правильно? Основная масса компаний именно появляется так. Он хочет заработать деньги, и он начинает думать, а на чем же я могу заработать? Ага, ЗОЖ, популярный тренд, поэтому очень удобно, да, в данном случае, дай-ка я заработаю на ЗОЖ. И начинает, если у него цель заработать, то что получается? Его цель какая? Максимально дешевый в производстве выпустить биологически активную добавку, правильно? И при этом ее продать как можно дороже, чтобы получить прибыль побольше. Но к чему это ведет? Это значит, что он использует некачественные ингредиенты, и это значит, что он экономит на исследованиях и на экспертах. И давайте посмотрим, как биологически активные добавки, как wellness категория появилась в компании Oriflame. Абсолютно, принципиально по-другому. Сначала был продукт, всемирно известный ученый, с мировым именем Стикстен создал продукт для здоровья и во имя здоровья человека. И когда основатель нашей компании, братья Вафьёкники, познакомились со Стигом Стеном и узнали о продукте Wellness, они поняли, что их задача дать этот продукт абсолютно каждому консультанту компании Oriflame. И так мы с вами получили этот продукт Wellness, эту категорию wellness замечательную, эти новейшие технологии. Но консультанты компании Oriflame тоже, естественно, всегда помнят о своих близких, родных, о своих знакомых, о своих друзьях. Таким образом родилась миссия компании Oriflame и консультантов компании Oriflame дарить молодость, здоровье и красоту всем окружающим. Я хочу вам сказать огромное-огромное за это спасибо. Мы с вами несем потрясающую миссию по оздоровлению поколений. И хочу вам пожелать долгого, крепкого, богатырского здоровья. И чтобы всегда все у вас складывалось самым наилучшим образом. Я вас люблю. Пока.